Опа-на! Мячик, мячик, будем играться. Мячик, сейчас Зорик. Да, будем. Привет. 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 А что, мы с тобой разве не здоровались? Здоровались. Мы забыли поздороваться с ребятами. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, так, смотри, будем играть в мячик. Здравствуйте. А что у тебя там? Где? Вот тут. Вот тут? Покажи. Воздух. 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 А там что покажи? Воздух. Подожди. А... Подожди. Давай. А в этой что? В этой? Покажи, покажи. О, конфеты! Да, конфеты. У тебя сколько там конфет? Две. О, две конфеты. Вкусно, наверное, будет есть. Да. Две конфеты. Да. Я вот люблю две конфеты есть. Две конфеты ты будешь есть, да? А вот бывает иногда, знаешь как, вот одна конфета и одна конфета, и получится две конфеты. Да. А вот смотри, а хочешь я тебе приведу пример? Присаживайся, смотри. Вот смотри, вот ты считать умеешь? Умею. Да, вот смотри, вот у тебя было две конфеты. Две. Вот. Одну конфету ты дал мне. Вот. Ага. Сколько у тебя осталось конфет? Две. Как две? Ну так две. Ты же мне одну дал конфету. Я тебе не буду давать конфету. Мне самому хочется две скушать. О, так ты жадина. Почему это я жадина? О, ребята. Ты знаешь, Зорик, тебя все будут называть жадиной, потому что, знаешь почему? Потому что конфетами и вообще нужно всем, что у тебя есть, всегда делиться. Тогда тебя жадиной называть не будут. Вот если ты со мной поделишься, я с тобой тоже поделюсь. Вообще делиться всегда надо. Иначе тебя будут называть жадиной, жадиной, говядиной. Жадина, говядина, соленый огурец. Нет, я не хочу, чтобы меня звали жадиной. Поэтому держи. Вот! О, ребята, а вы всегда делитесь? Да, всегда делитесь. Всегда? Правильно! Нужно всегда делиться со своим другом, ну, со всеми. Ну, чтобы тебя не называли жадиной, чтобы ты всегда был хороший. Нужно всегда делиться. Даже если у тебя одна конфета, разломайте ее пополам и скушайте на два. Или отдай сразу. Да. Или просто отдай. Да. На, Зорик, я просто хотел тебя проверить, жадина ты или нет. Нет, теперь я уже не жаден, так что держи. Все, я не хочу быть жадиной, и вам того не сажать. Да, если вы не будете жадинами, то у вас всегда будет очень много разных сладостей. Да. Вот. Ой, что-то мы заговорились. Ой, заговорились. А мультфильм? Мультфильм надо посмотреть. Пошли смотреть. Давай, а конфеты? Ну ты прячь, мы потом скажем. А конфеты лучше съесть завтра утром. После того, как... пойдем после мультфильма чистить зубы и спать. Да. Пошли. Пошли. О, воронка моя. Каркуска. Ой, у меня конфета есть. Смотри. Ты чё? Смотри мультик. А, мультик? Да. О. Ох ты, мы такого еще не видели. Да. Ой, смотри, какой он. Ага. А она какая? Ой, большие какие. Ага. Ой, точно. Ой, какая.